Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ разработали новое удобрение для злаковых и зеленых культур. Известный ученый станет преподавать в КФУ. Студентка КФУ выиграла грант на Всероссийском форуме «Таврида». В соответствии с приказом ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, размер стипендий студентов, аспирантов, ординаторов, обучающихся в КФУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в новом году увеличится на 5%. С 1 сентября 2020 года государственная академическая стипендия студентов составит 2100 рублей. Государственная социальная стипендия – 3150 рублей. Отличники будут получать 3150 рублей. А теперь к другим новостям. Комфорт, уют и дружеская атмосфера – все это есть в стенах общежитий студенческого городка КФУ и деревни Универсиады, куда начали съезжаться студенты из разных регионов России. Заселиться в общежитие – дело непростое, особенно в условиях пандемии. О том, как проходит процесс заселения в этом году, смотрим в сюжете нашего корреспондента. Общежитие КФУ активно принимает студентов. В этом году процесс заселения проходит в несколько этапов, а также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При заселении в общежитии необходимо придерживаться ранее составленного графика и приехать в конкретный день, иметь при себе маску, а также минимизировать количество сопровождающих. Все это хорошо придумали, что сделали дистанцию, маски, чтобы мы могли соблюдать дистанцию и сохранить свое здоровье. И КФУ, она заботится. Сегодня на заселении соблюдаются все меры предосторожности. Дистанция, маски, кто-то вообще в перчатках. И, как по мне, это очень хорошо, потому что здоровье на первом месте должно стоять. В этом году первыми в общежитии КФУ заселяются студенты старших курсов. Студентка второго курса Института управления экономикой и финансов Екатерина Журавлева будет проживать в деревне Универсиады, как говорят, в лучшем студенческом кампусе России. Ой, мне очень понравилось. Я рада, что я в этом году сюда заселилась. Здесь у меня попались хорошие соседки, это тоже сыграло немалую роль. Очень хороший сервис, и, в принципе, я рада, что я была здесь. Тем студентам, которые не могут приехать в день заселения по причине закрытых границ, беспокоиться не стоит. Место в общежитии останется за ними. Их задача поставить, конечно, в известность замдиректора, либо куратора, либо староста академической группы, что они не приедут. И, как будет известна дата их приезда, обязательно сообщить тем людям, которых я уже выше сказала. Для того, чтобы мы знали время приезда, и это место будет закреплено и оставлено за ними, и по приезду, если они уже прошли по приказу, по сетке заселения, то есть если институтом принято решение жилищно-бытовой комиссии, что данным студентам место предоставляется, то оно за ними закрепляется до момента открытия границ и приезда студента. Студенты первого курса начнут знакомиться с апартаментами уже 27 августа. Напомним, что все иногородние первокурсники, нуждающиеся в общежитии, будут жить в кампусах деревни Универсиады. Диана Желенкова, Лилия Талипова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Казанский федеральный университет присоединился к татарстанской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Помощь будет оказана более 7 тысячам первоклассников и 21 тысяче учащихся со 2 по 11 классы из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям, детям-инвалидам и семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. КФУ подготовил для первоклассников красочные портфели со всеми необходимыми школьными принадлежностями. А теперь к другим новостям. 19 августа 2020 года известный ученый Алекбер Алекберов был избран директором Института востоковедения Российской академии наук. А уже 1 сентября он станет заведующим кафедрой исламской цивилизации Казанского федерального университета. Все подробности в нашем следующем сюжете. Алекбер Алекберов – известный в России и за рубежом историк-востоковед, исламовед, арабист, кавказовед, специалист по источниковедению, средневековым арабским рукописям и эпиграфике, теории и методологии истории. Он автор и ответственный редактор свыше 130 научных трудов, включая монографии и статьи. 19 августа Алекбер Алекберов был избран на пост директора Института востоковедения Российской академии наук. И 1 сентября он возглавит кафедру исламской цивилизации Института международных отношений Казанского федерального университета. Ректором Казанского университета была поставлена задача усилить коллаборацию, взаимодействие, сотрудничество с академическими институтами Российской академии наук.
и Академии наук Республики Татарстан. И коллектив Института международных отношений поддерживает тесные связи со своими коллегами Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежных стран. И поэтому выполнение задачи мы приступили охотно. И самое главное, получили в ответ согласие от наиболее ведущих ученых гуманитарной сферы Российской академии наук. Согласие на сотрудничество изъявили академик Александр Чубарьян, член-корреспондент РАН Алексей Головнев и историк-востоковед Олегбер Олегберов. Один из самых первых партнеров – это Институт востоковедения РАН. В свое время, благодаря личным дружеским отношениям и творческим контактам с его руководителем Виталием Вячеславовичем Наумкиным, мы, собственно, реализовывали уже несколько лет программу в рамках федерального проекта по подготовке специалистов с углубленным знанием истории, культуры и ислама. И Олегбер Колобекович был правой рукой Виталия Вячеславовича. Мы знакомы достаточно давно, и поэтому согласие Олегбера Колобековича мы получили. На сегодняшний день подготовка специалистов в области изучения истории и культуры ислама является одной из самых актуальных задач современного востоковедения. И кураторство Олегбера Олегберова принесет определенные результаты в выполнении данной задачи. Его взаимоотношение с нами не будет формальным. Он действительно планирует не просто приезжать, но и различными форумами или здесь, в Казани, или при помощи новых технологий дистанционно он планирует вести работу по подготовке специалистов по профилю академическое исламоведение. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. Ученые Института экологии и природопользования Казанского федерального университета разработали новые удобрения для злаковых и зеленых культур, способные повысить в них содержание йода. Этот проект был осуществлен совместно с сельскохозяйственным холдингом «Агросила». Подробности далее. Свыше 1,5 миллиарда людей в 120 странах подвержены болезням, связанным с дефицитом йода. Фактическое среднее потребление этого минерала жителям России в 3 раза меньше установленной Всемирной организацией здравоохранения годовой нормы. Профилактика дефицита йода имеет высокую социально-экономическую значимость. По словам директора Института экологии и природопользования КФУ Светланы Селивановской, Республика Татарстан и Поволжье в целом являются йододефицитными территориями. Решая эту проблему, сотрудники института разработали технологию термической переработки куриного помета с получением пироугля. Затем пироуголь был модифицирован за счет дополнительного включения минерального йода. На полях компании-партнера провели эксперимент по его использованию. В результате ученые пришли к выводу, что использование такого угля увеличивает урожайность культур и улучшает качество зерна. Таким образом, используя модифицированный пироуголь, можно сделать почву более плодородной, а также получить обогащенные йодом функциональные продукты питания. Удобрение разрабатывалось в течение 3 лет. Теперь компания «Агросила» сможет выпускать его и использовать на своих полях. Правообладателем патента при этом является Казанский федеральный университет. Камиль Гемоздинов, Универньюз. В Крыму завершился грантовый конкурс Всероссийского форума «Таврида». Благодаря ему студентка Казанского федерального университета сможет реализовать свой проект «Айда в Татарстан». Подробнее в нашем сюжете. Регина Гореева, магистрант первого курса Института управления экономикой и финансов КФУ, выиграла грант на 400 тысяч рублей и стала одной из 15 лучших участников, получивших грант от форума «Таврида». Регина Гореева реализует первый в России молодежный блок-тур по объектам культурного наследия ЮНЕСКО. Это будет не просто какой-то туристический маршрут по Татарстану, нет, это будет еще и образовательная программа от ведущих экспертов в области фотографии, блогинга, журналистики. И, конечно же, классная, молодежная, развлекательная, насыщенная программа по Казани. Сама реализация проекта начнется уже в ноябре 2020 года, когда стартанет информационная и заявочная кампания. И уже в июле с 15 победителями мы встретимся в Татарстане на молодежном блок-туре «Айда в Татарстан». Напомним, ранее студентка КФУ Алия Минулина выиграла грант на форуме «Территория смыслов» в размере 1 миллиона рублей. Кристина Надыршина, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!